Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Steampunk Tower. Ну что ж, переговоры прошли успешно, и европейские ученые согласны помочь нам в проведении эксперимента по поиску антиволны. Для этого придется построить целый научный комплекс и две башни, наподобие башен влияния культа. Мы настроимся на излучение культа и, влияя на Эзериум с нашей стороны, попробуем найти антиволну. Но сначала нам нужно наладить пути снабжения в Белград. Сейчас единственный железнодорожный путь через город Загреб практически не используется из-за частых атак культа. Предоставьте это мне. Уничтожение основных сил, и я помогу местной армии создать защитный перевалочный пункт. Хорошо, командор. Зачистите район недалеко от Загреба. Так, железнодорожный путь Загреб-Белград постоянно подвергается атакам армии культа. Необходимо уничтожить основные силы недалеко от Загреба и защитить пути снабжения в Белград. Показать. Так, мы получаем здесь награду. Вот здесь, да, значит. Так, тут будет очень много воздушек. Блин. А мне требуется, друзья мои, вот что. Еще одна ракетница. А у меня ракетницы нету. А смогу ли я ее купить? Так, ну давай посмотрим. Подожди. Купить. Так, ну что, я купил. А улучшить? Улучшить пока не смогу. Но главное, что я купил, и теперь мы можем. Так, спин у нас еще есть. Крутим. Что нам тут достанется? 500 монет. А кто бы сомневался. Но деньги нам тоже, честно говоря, нужны, потому что с деньгами вообще какая-то проблема началась у нас. Значит, Белград. Далее. Так, мы отсюда уберем. Я думаю, что злость мне как бы тут и даром не нужна. И поставим ворона. Все это чиним. И, как говорится, в бой. Ох, сейчас начнем. Начнем тут отбиваться, защищаться. В общем, все как мы любим. Да. Все как надо. Тут будет очень много летающих. Ну, не настолько же много-то, эй. Ай-яй-яй-яй-яй, как вы... Как вы плохо себя ведете, а? Так, ну наша цель главное пройти. У нас тут нету звездочек. Нам главное бомбануть этих всех ушлепков. Так, полетели. А, тут еще и 6 волн, ко всему прочему, будет. Вот так-то. Я представляю, тогда подбили парашют, чувак летит вниз. С такой-то высоты в смятку, просто в лепешку. Давай следующую волну сразу же. Так, это тяжело бронированные какие-то вертолеты, друзья мои. Это только мы один с собой подбили. Что-то мне... Фига себе. Сказал я себе. Так, а у меня есть наземные. Так, ребят, наверное, паровой луч придется один все-таки заюзать.
Как бы я этого не хотел, а вот, ишь, требуется. Слишком много летающих, да было, слишком много. Но последнего ханурика добейте. А на вторую волну у меня пока нету, на второй луч. Если что-то вдруг понадобится, ну, тут уж извиняйте, скажут мне. Да ну хватит уже, а? Слушай, дело дрянь, друзья мои, дело дрянь. Я думал, откуда эта музыка? Дело рук красных дьяволят. Вот она, откуда эта музыка. Вспомнил я. Так, это не последняя, ребята, волна. Последняя волна только... Оу-оу-оу, это что такое? Да пила ты, будешь пилить! Давай. Не хочет там, ребят, показывать рекламу. В общем, я проиграл. Я не смог, ребят, отбиться. Такие вот пироги. А что же тогда мне сделать? Может быть... Может быть, нам купить еще одного грача? И пойти именно вместе с ними? А убрать что? Убрать нам можно отсюда Райдзен, может быть, Райдзена взять. Так, хорошо. Убираю, наверное, боевую секиру. Беру ворона и еще одного ворона. Попробуем сделать так. С четырьмя. Ну, не знаю, ребят, будет ли какой-то от этого эффект. Столько воронов набрали. Но летающих целей ты сам прекрасно видел очень много, поэтому... Но лишними они точно не будут. Так что давай. Посмотрим, насколько, насколько мы тут хорошо справимся с ними. Справимся ли мы вообще с ними здесь. Пока с первой волной вроде бы все нормально, все успешно. Так, паровой луч у меня один накопился. Но это, наверное, мы на босса уже оставим, если что. Там, кстати, когда босс пойдет, нам надо будет вот эту пилу, наверное, убрать отсюда, скорее всего, и поставить, наверное, еще одну ракетницу. Ну, это опять же, ребята, в моих планах, там уже посмотрим, как оно все пойдет. Так, это у нас те самые, да? Те самые боевые вертолеты. Все-таки не зря мы набрали с тобой очень много турелей. Они помогают, ребят.
Тогда я уже использовал суперзаряд. Сейчас, как видишь, мне без него нормально. Да. Справились. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, давай-давай-давай-давай, бомби. Видишь, отвлекается, они отвлекаются именно на... Вот на того чепушила, который внизу шел. Ну, я тебе скажу, нормально и здесь у нас получилось справиться с ними. Давай. Твою налево, а. Но правый луч я не буду пока использовать, ребят. Да что вы стоите, смотрите-то, блин, когда тут вражин целая куча. Нет, они стоят, любуются, блин. Так, вот сейчас будет последняя волна, ребята. И поэтому я отсюда уберу вот этого, наверное. Просто уберу отсюда вообще его. И поставлю... Ау! Вот так вот. Так, а чё вы... Давай, прожариваем его. Есть. Ребят, получилось у нас. Со второй попытки, но тем не менее нам удалось разбомбить этого мини-босса-паучка. Забираем награды. И все. Все сделано, товарищ. Можете спокойно отправлять грузовые поезда через Загреб. Ну и шикарно. Так, мы 11 уровень получили. 6000 монет в плюс, 12 самоцветов и полные баки. Плюс у нас склады, вокзал, так, лаборатория пулеметов может прокачаться. Ну, неплохо. Итак, для проведения эксперимента, кроме научного центра, нужно построить башни-излучатели. По договору с учеными мы должны выделить 2 тонны эзериума на постройку одной из башен недалеко от Белграда. А также мы должны обеспечить защиту этой башни. Защиту второй башни, построенной недалеко от Львова, будут обеспечивать русские. 2 тонны эзериума? Сколько же это в золоте? И еще, чтобы следить за ходом эксперимента и помогать собирать данные, мы должны усовершенствовать наше собственное оборудование. И я не могу полагаться на каких-то там ученых. Я должна проверить все сама. Командор, кажется, нам придется выполнить пару миссий в других городах или зачистить пару территорий, захваченных культом, чтобы добыть необходимый эзериум. Командор, ваша задача — добыть эзериум и усовершенствовать наш главный завод, а после отправить 2 тонны эзериума ученым для постройки башни-излучателя. Но эзериум у нас есть, значит, нам нужно усовершенствовать главный завод. Подожди, а где у нас? Постой. Усовершенствовать главный завод. Что-то я не понял. Это оно или не оно? Это железнодорожный район. Топливный завод. Пройти бонусную миссию. Нет, это мне не надо. Лаборатория пулеметов. Улучшить. Так, подожди, а где же этот-то? Мы не можем строить 2 здания. Значит, какое-то здание здесь, ребята. Это фешенебельный район. Может быть, вот этот вот у нас улучшается?
Ну, если... А, 11 часов. Ёпарсеты, 11 часов он будет делать. Вы серьезно? Да, усовершенствовать главный завод, ребята. 11 часов он будет, блин, клепаться. Выберите кого-нибудь на миссию. Ну, вон, пускай Винсент сюда добывает, да, ползет. Сюда пускай Виктор идет. А сюда, например, а сюда идет Элизабет. Да зачем мне ваше тестирование? Ага, тут еще и 12 уровень нужен. Разведать, 9000 монет. Ага, мы разведали. Ну что, пойдем? Пойдем посмотрим, что у нас тут. Починить. Сможем тут бомбануть их или нет? Опять все в огне. Сколько волн? 4 волны будет здесь. Вот по роботам, к сожалению, блин, урон не особо сильный наносится этими ракетами. А вот всяким летающим, да, летающим, конечно, очень хорошо. Тем более, когда скрита идет, вообще замечательно. Выпадает такой бонус. Так, это боевой... Ой, это высадоч... это высадка, ребята. Нормально, он даже не успел пикнуть. Как мы его заклепали. Угу. Зашибись, нормально. Еще один боевой идет. А что они странные какие-то. Там вражина летит, а они даже не посмотрели на него. В его сторону даже не глянули. А, ненавижу вот этих вот чебуреков. Но опять же, довольно быстро мы с ними разобрались. Надо пройти на 3 звезды, ребята, чтобы получить фул награду. Так, гранатометчики. Так, грант шагоход. Грант, это что? Грант. Большой шагоход, а где он? Серьезно? Слушай, а почему... Нет, 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 мы попадаем, ну блин. У нас были такие шагоходы, но немножко поменьше, ребят, поменьше были. А это большой, да, ну так называют, гранд-шагоход. Большой шагоход. Сломался шагоходик. Так, третья волна. Пока все зергут. Да, я так сделаю. Чтобы львиную долю зачистки сделать сразу же. Так, давай вот без вот этих вот утырков. Без гранатометчиков всяких там. Опять идет гранд-шагоход.
Сразу же такой, о, получил по шиям. Эй. Почему они в ноги-то ему бомбят? Я никак не могу понять. Там что, у него в ногах что-то есть или что? Вот мне нравится, что ракеты, которые там не находят цели, они возвращаются сюда. Вот это вот, конечно, круто. То есть хоть какая-то помощь. Как от Джайзена этого тоже. Ух ты, а что это он оранжевым стал, ребят? Смотрите. Видел, он оранжевым почему-то был. А ну что, последняя волна у нас тут. Готовимся, смотрим. Там драндулетти на тракторе едет. Все ракеты сразу жжух, туда, в цель в эту. Так. Так, один паровой луч у меня уже созрел. Накопился. Пускай будет. Тут у нас что такое летит? Дирижабли. На тебе. Не, ну крутые, крутые игроки. Вообще, ребята, претензий никаких нет. Ой-ой-ой, опять этот идет. Ай-яй-яй. А чтобы его вырубить, что нам нужно? Нам нужно, ну, нам нужно пилой, пилой, вот. После этого он только там шуганется, так скажем, да, на какие-то там доли секунды. Блин, ну какая перезарядка? Ну зачем часто перезарядка? Ну ядрёно, у обоих причем. Должны. Есть. На 3 звезды, ребята. На 3 звездочки мы прошли. То есть фул награда у нас будет. Это хорошо. Так, деньги. Опять деньги. Да иди ты в пень. Мне вообще-то нужна была энергия. Зачем мне вот это вот твоя дребудень всякая? Да. Протестируй, да, конечно. Хм. 120 опыта. Ну давай, попробую. Блин, ну офигеть, там стройка. 11 часов, ребят, будет. 11, блин, часов. Будет делаться, но это чересчур. Ну, я имею в виду, усовершенствоваться будет завод 11 часов. Что? Блин, ты посмотри, какой. А вот этот... Ой-ой-ой, а что такой? Он мощный... А, он врубает. Это ж тот самый чувак, который... Да. Вырубает наши пушки. Все ракеты, главное, туда. Не надо нам тут никаких шагокоходов этих. Ну. А что так много прототипов-то? Дофига. Я не знаю, стоит ли ускоряться. Наверное, не стоит, ребят, пока.
Это приходится... Это вынужденная мера, ребята, ради ракет. Как говорится, стреляем в воздух. Так, а подожди, а что это у нас? Ни волн, ничего? Тут одна волна, что ли, всего лишь будет? Хорош, там мы кромсаем, и нормально. Давай, вот этого вот. Есть. Они тут бесконечные, походу, дела. Блин, это не тот, про кого я думаю, нет? По-моему, нет. Нет, это не тот. Что-то как-то напрягает. Ай-яй-яй. Беда бедовая, голова садовая. Есть. Сколько вас еще тут будет, а? Еще не... Блин, опять этот ходунок. Что это за колокол? Что такое? По кому колокол звенит, друзья мои? Звенел колокол. Да я ненавижу, когда гранатометчики стоят из-под тишка, прикрываются за этими, за здоровяками, блин. Да что ж ты будешь делать-то, а? Хадюкин доходился. Это, наверное, последний. Я не знаю, колокол означал, наверное, что это последняя волна, может быть, предвещала об этом. Или что? Или она тут бесконечная? Иди ты, козе, в трещину. Так, танки, вертолеты. Ауч! Вырубает пухи мне. Уйди оттуда пока. Победа. Прошли. Надо было, видимо, продержаться какое-то определенное количество времени. Так, что мы тут получим-то? Деньги получили. Всего лишь какие-то вшивые там 34 монеты. Ну, это смешно просто на самом деле. Помочь в организации нового лагеря реабилитации. Не надо мне. Да уйди со своим специальным предложением. Ты достал уже здесь. А здесь нам нужен 12 уровень. Ту-ту-ту-ту-ту. Да, но 11 часов, 12 часов, грубо говоря, да, друзья мои, будет эта вся фигня добываться. А где мне, например, взять материалы? Ну вот здесь можно материалов взять. 34, 38. Давай быстренько пробежимся. Просто моментально. Мне бы хотя бы хоть сколько-то инструментов, чтобы улучшать оружие. Мне без него как-то фиговенько. Сколько волн? 4 волны. Но ускорим, ребята, пойдем.
Что-то как-то... Что-то на ускоренном не получается у меня. Не, так что-то слишком как-то круто. Так, мы с тобой до трех звезд фиг дойдем. Слишком мощные, да, вертолеты. Отбили. Нечему тут. Блин, я уже хотел думать, третья волна будет, ага. Из-под тишка хотел, да? И прям вот за этой кучей там летел. Давай третью волну. Все, ребят, третья волна. Глядишь, так с тобой на три паровых луча накопим. Ну что там за буржуй идет? Ну! Перезаряжается, не утырки, блин, а? Ну ты посмотри. Ё-моё, а? Фиг нам, короче, с тобой, а не три звезды. Фиг нам с тобой тут, а не три звезды. Они вздумали, блин, перезаряжаться в самый такой, блин, момент. В самый, блин, неподходящий. Можно было бы, конечно, и паровой луч использовать, но... Последняя волна. Так, вот этих ненавижу я. Плюс вертолеты, конечно же. Конечно же, вертолеты. Как же, ребят, без вертолетиков-то, да? А в этого-то кто-нибудь будет бомбить-то? Ты, пуха. Угу. Есть. Но три звездочки мы с тобой не получили, к сожалению. Ну, спасибо хоть на этом. Так, детали, детали. А что тут опять? А, Ньюф, это не совсем ко мне относится. Так, ворон. Что у нас тут? 100 дистанции огня, 5 снарядов дополнительно. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Ага. Ну что, можно попробовать... Много летающих. Много... Давай много пехоты фиг... А, не хватает. А почему не хватает? У меня 17 энергии, он, по-моему, 10 просит за один заход развить. А, 19. Тут 18. Можно вот это пройти? Поехали. В бой.
по-быренькому сейчас с тобой тут чух-чух-чух-чух-чух прошуршим, вон как раз где-то в полях. В полях, друзья мои. Сразу почему-то начинается с роботов. Что-то сразу рьяно так скаканули они на меня, побежали. Столько ракет, даже не знает, кого, где бомбануть. Проще взорвутся, да. Блин, а если мы прокачаем, ой, будет красота. А что значит 100% дистанции? То есть он пролетает больше снаряд, ну, дольше находится в воздухе или что? Потому что бомбят они, по-моему, на любое расстояние. Нормально такие. Прикольно смотрится такой рой. Рой снарядов летит. Тут, наверное, можно ускориться. Мне кажется, здесь будет простенько все. Ну да, тут как-то вообще никаких проблем у нас нету. Так, стоять, бояться. Перезаряжается пушка. Предпоследняя волна, ускоримся. Дошел же еще главное, а? Мелкий ханурик. Ну давай, 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 подбили. Все, молодцы, красавчики. Последняя, четвертая, заключительная волна у нас здесь. Паровой луч почти, ребят, полностью прокачали. Ну, не прокачали, а открыли. Там три штуки. У нас две полностью и одна с половинкой только заполнена. А для будущих миссий будет очень даже кстати. Нифига себе. Самолет выдержал удар ракетой. Это, конечно, что-то с чем-то. Так, можно, наверное, ускориться чуть-чуть. Все. На изи, друзья, мы здесь прошли мы. Даже фул награды. Опа, опа, на, ничего себе. Вот это хорошо, ребята. Я в первый раз вижу, чтобы нам давали две награды. Такс. Какой ворон у меня? Подожди, самый-самый первый ворон. Где, который у нас, вот он, да? Грач, грач, он называется грач. А, индустриальный центр, поэтому нам нет смысла здесь прокачивать. Тогда давай. А второй тогда, где у нас там? Злость, коготь, гром, ворон. Так, это не тот. А где тот ворон, который мне нужен? Куда он спрятался? Ты что ли? Да погоди ты. У меня два ворона прокачанных. Так, может быть, вот этот вот? Да, вот этот вот. 8, 8, 6, 6, 6. Ауч! Чуть-чуть не хватает, совсем чуть-чуть. Ребят, ну я дальше не смогу идти, у меня нету энергии. Ну что, друзья, тогда на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.